7 марта 2020 года в 16:20 дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Имаус у школы водитель автомобиля ВАЗ синего цвета управляет транспортным средством в неадекватном состоянии. Незамедлительно прибыв на место, экипаж ДПС обнаружил у школы схожий по приметам автомобиль со следами дорожно-транспортного происшествия. При виде полицейских водитель начал движение по пешеходной дорожке. Сотрудники ГИБДД начали преследование. На неоднократные законные требования инспекторов водитель не реагировал и продолжал движение. Водитель выполнял опасные маневры с превышением скорости в жилых зонах, в местах скопления детей и граждан, создавая реальную угрозу жизни других участников дорожного движения. В деревне Новосеменовской у дома номер 2 транспортное средство было остановлено. Водитель автомобиля попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД МВД России по Калининскому району. Водителем оказался 17-летний подросток, житель деревни Новосеменовская. На место прибыла мать несовершеннолетнего, которой было разъяснено, за что задержан ее сын. В отношении несовершеннолетнего составлено несколько протоколов об административных правонарушениях за управление транспортом, незарегистрированным в установленном порядке, а также без специального права, за движение по тротуару и отсутствие полиса ОСАГО. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Несовершеннолетний доставлен в МВД России по Калининскому району и передан сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Ранее подросток уже состоял на учете в ОПДН. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Калининскому району, а также в ОПДН для решения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет повторно.